спасибо за поздравления. Вас также хотелось бы поздравить. Поздравить всех болельщиков, всех любителей мини-футбола с наступающим Новым годом. Вот. Что касается игры, то игра, в принципе, была, ну, как сказать, не рав... ну, как, наверное, равная. Вначале мы просто-напросто включили все обороты на максимум, поэтому быстренько забили буквально 3 гола, а потом уже играли по счету, где-то могли... расслабились, опустили игру. Ну, как бы играли уверенно и как бы особо не паниковали. То есть играли уже по счету. Во втором тайме, опять же, где-то подсели немного из-за того, что отпустили игру. Просто не вошли с самого начала. Из-за этого нам пришлось тяжело. Доставили, команда новой генерации доставила нам много проблем. И потом просто опять включили необходимые скорости, забили 2 гола и достаточно уверенно выиграли игру. Ну, жалко, конечно, что на трибунах. Не знаю, с чем это связано. Ну, хотя я знаю, с чем это связано, но очень мало болельщиков, то есть, и как бы всегда было приятно приезжать в Сыктывкар, потому что здесь очень хорошая была поддержка, ну, а сейчас как-то достаточно сонная игра была, поэтому немножко такое грустное, послевкусное. Поэтому всем спасибо, всем, кто пришел, с наступающим Новым годом.